привет, это канал «Деревенские будни» с Александром. Сегодня у нас 1 мая, понедельник, выдался замечательный день, и сегодня планирую поработать. Мне нужно будет развести электрику по сараю, вот, заведу в гараж. По сараю там несколько магистралей нужно будет сделать. Уже подключение в щиток, установка автоматов, это уже будет делать сам электрик. Потому как, ну, еще провода я прокину, розетки, выключатели, это все я могу поделать, уже подключение в щит я не полезу. И потом еще нужно будет сварить картошку для поросят, после чего покажу животных, поменяю подсилку в гнезде у самок, которым скоро кролиться. Что касается ремонта, то ну, кое-что у нас продолжается, уже сделано отверстие под канализацию в фундаменте. И вчера поставили все столбы, ну точнее выкопали ямки и позакидывали туда столбы. На днях, я уже думаю, продолжим, начнем уже их бетонировать. Пару дней назад пересадил цыплят в отдельный сарай. Они уже обросли перьями. Я думаю, что хорошо себя чувствуют. Вот тут довольные веселятся, летают. Потому что в брудере места уже маловато было. Я уже в одном из видео рассказывал, у меня был опыт в разведении венгерских мангалиц и вьетнамцев. Так вот, те более чистоплотны, чем вот эти. Эти валят где попало. Я вообще, когда этот настил делал, думал, они будут ходить где-нибудь сюда в туалет. Они на него же и ходят, так вот, сюда в уголок. Да и по всему сараю тоже разбрасывают. В
То, как они растут, в принципе, меня устраивает. Поначалу, да, казалось, что были не проглистованы. Это какие-то не очень, но проглистовал. Уже проглистовал повторно. Так-то кушают они неплохо. Поэтому растут тоже неплохо. Немножко грязные. Но ничего. Пару дней назад у меня был тут неприятный момент такой. Вот эта кращиха слегка запоносила. Ну, я сам виноват. Покормил травой. Хочется же, чтобы им было вкуснее. Ну, где-то, может, переела первый раз. Вот. Но дело в том, что тут до этого сидело две крольчихи. И как-то у них получалось, что вот они кролились, крольчат выкармливали. И потом опять у них понос. И в итоге труп. Я думал, уже с этой будет то же самое, но по итогу все хорошо. Она уже хорошо себя чувствует, хорошо кушает. Думаю, что все будет нормально. Ну, тут у меня сидит крольчиха французского барана, который 8 числа уже кролится. Она уже делала гнездо. Есть еще одна шоколадного окраса. Вот это. У нее тоже окрол 8 мая должен быть. Тоже сегодня положил солому и сразу же начала делать гнездо. И в это же время кролится еще двум самкам Калифорнии. Это вот это, что в сарае показывал только что соседним. И вот это. Мне кажется, что она покрыта, так как значительно потолстела. Сейчас покажу. Тут у нас сидит
самка с малышами, они уже выходят, все, едят самостоятельно, маленькие. Их у нее 8 штук родилось, вот 8 тут и сидит. Я, ребят, уже несколько раз показывал. Сейчас нету, сейчас покажу соседний. Вот эта самка, которая помесь. У меня всего осталось еще 2 помеси. Это и соседние клетки, сейчас чуть позже покажу. Я уже немножко раньше показывал, у меня есть одна из любимых самок, но это самка помесь барана с бургундцем. И вот еще буквально до сегодняшнего дня я думал, что это был ее последний окров, потому как на груди было что-то наподобие мастита. Вот у нее тут 4 крольчонка. Уходи. Вот таких черненьких, один рыженький. Всего было 6, но как-то этот раз не совсем удачно. Вот, и я уже думал, что это последний ее окрол, но сегодня проверял. Вроде как все хорошо, вот это уплотнение, которое было, оно уже рассосалось, его нету, то, возможно, еще останется. Но это будет вот единственная помесь, которая у меня пока побудет. Вот у меня еще в этой клетке сидит тоже одна помесь, это помесь бургундца с Калифорнии. Очень хорошая самка и по молочности, и по всему. Но у меня нет больше свободных клеток. Вот те 2 самки, последние, которые я покупал, бургундские, они вырастут, и уже одна из них займет ее место. Поэтому, может, кому-то нужно, если что, звоните или пишите, я ее могу продать, но чуть позже, она сейчас сидит с малышами. Вот они тут. Как только выкормит, сразу же, если кому-то нужно, могу продать. Ну, если нет, то судьба у нее в духовку. Только что достал, начал сразу пищать. Вот такие малыши у нее, они достаточно пузатенькие. Вот убегает. Вот. Маленькие. Родила она изначально 11, но 8 осталось. Видимо, не хватало молока. Возможно, 8 сосков у нее, наверное, только. Ну, ничего. Лучше 8 здоровых, чем 11 дрыщей. Беги. Все, ребят, на сегодня буду заканчивать наш видеоролик. Сейчас останется покормить поросят, как-то картошка долго варится. Уже буду собираться домой. Возможно, кого-то интересуют кролики. Если кому-то понравились, то звоните, пишите, объясню, куда ехать. Вот. На сегодня у меня все. Всем мира, всем добра, всем пока.